Неплохая продукция. Как она тут называется? Dolce Love. В общем, сердечко вот такое. Вот персики, тут Южная Африка, сырье. Не Китай. И у них ананасы. Из Таиланда. Тоже не Китай. Ну, что то брал. В принципе, вкусные. Можно покупать. Сиропи. Вот. Южноафриканская республика. Здесь Таиланд. А это серебро найденное. Надо сдать. Вот положил, чтобы отнести лом. Денежку получить. На улице нашел сережку и ремешок, а эта палочка там от сережки сломалась. Ну, в общем, вот вкусная продукция. По крайней мере, не Китай этот поганый. Что там они там? Химоза, какой нахимичили. Они вообще продукты ужасные делают, питание. Да у них там и проблема с питьевой водой. Да и вообще у них там с экологией беда. Ну вот так вот короткое такое видео. Подписка, если интересно. Интересен мой канал. Ну я так всякие ролики короткие выкладываю. В общем, что в жизни происходит, то и выкладываю. Вот так вот. Ну ладно, всем пока.